Ну что, всем привет. Здесь такая интересная движуха сегодня идет. Короче, призыв гоблинов шот смотрите, кто не видел. И призыв башни здесь будем, я думаю, за монетки, когда наберем, призывать. Ну и за алмазики, я думаю, сделаем призыв гоблинов. Не знаю, может десятку бахнуть. X10. Напишите, как считаете, нужным или ненужным эту сделать тему. Значит, у нас здесь в великанах финишная прямая. Осталось набрать всего ничего, 2800. Я думаю, что мы это сделаем. Ну и сундук мы откроем после турнира. Посмотрим, будет ли также переть на этом турнире. Поехали. Так, синий. Надо подумать, как лучше сделать, как скинуть лучше. Давай вот так, наверное, скинем. Да, подъехали, но не те камни. Вот здесь есть шанс зелень опрокинуть. И все. И больше нету ни синих, ни зеленых, чтобы их сложить. Ну, сейчас я вижу ход-бомба. Ход-бомба. Смотрите. Вот так. Раз. Вот так. Два. Их, правда, по нам сейчас задамажит нехило. А там Акила все равно бьет. Ну, вот так вот три. Все равно Акила пробивает. Ляпаса дает. Ну, окей. Дудочки. Давайте попробуем, может, снести сейчас. Так, вот сделаем. Раз. Два. Ага. Снесли. Прикольно. Центр. Вау. Ребеха хилит всех. Блин, там стоит. Интересный движ, на самом деле, движ Париж. Если рыбёха так быстро отхиливает, по идее, мы должны ее сейчас снести. Да. Бах-бах. Все. Рискнем. Есть. Блин, не хватило. Киньте. И не срезал ману. И не срезал гатману. Да, я вас просто обожаю, пазлы. Пазлы я вас обожаю. Обожаю пазлы. Как говорится. Ладно, взрываем. И что тут выпало? Синька. Синька выпала, но синьки не хватает. За три камня не заряжаются они, к сожалению. Наши синие ребята за 4 заряжаются. Ну что, первый этапок, победа. Сегодня еще надо 4 победы заклепать. И посмотрим, как будет. Фух, давайте дальше. Фиолы. Отлично. Отлично. Желтых нет, надо фиолы, значит, ставить. Значит, надо ставить фиолы. Значит ли, что мы сейчас проиграем? Как вы думаете? Ну, давайте искать здесь зелени. Нету. Печально. По таймингам мы уже продули. Ренфилд сейчас уже пробьет. Давайте хоть, чтобы не так обидно было, сразу подставим здесь вероятность выпадение зеленых, вот. Здесь красные. Ну давай так сделаем. Она, конечно, отхилит сейчас. Блин, Ренфилд, конечно, молодец. Вообще. Тема. Блин, и, конечно, Вален, да, сейчас там будет нехило бить. Долгуна снесут сейчас мне. Тычка прилетит в него же.
Прикиньте, первая тройка. Ну, давай вот так хотя бы. Нет. Еще и поляна перетасовалась. Ну, это пипец. Это пипец. Это просто вынос мозга. Ну, у меня тут шансов нет выиграть. Здесь просто поля нет никакущее. Конечно, понятно, что может сейчас каким-то чудом затянем. Например, вот так кинем. А, ну сейчас горгуля нифига не зарядится. Офигеть. И синих нету. Ну все, пока. Стычки ей дают сейчас. Ну давай финальный вот такой вот аккорд сделаем. У-у-у, тут полетело поле. У-у-у. Может сейчас всех снесет? Нет? Не повезло. И не воскрес. Ну что, вот такой турнир отыграли. Теперь можно со спокойной душой открыть. Открыть и что-то получить. О, отрядики. Отрядики нам нужны. Потому что у нас тут, извините, ниндзя. Давайте вот один отрядик призовем. Может, хоть тут? Нет, не везет нигде. Нигде. Просто нигде. Ладно, всем удачи. Желаю. Смотрите шотс. И пока-пока. Надеюсь, хоть такой обрыв, но вам понравился. Все, удачи. Давайте. Всем пока.